Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Распаковочка Упаковочки. И сегодня мы поговорим про самый лучший сок на свете. Ну, я не претендую на звание какого-то эксперта в этом деле, но как-то раз я, по-моему, даже снимала что-то наподобие сравнения соков. Вышло, не вышло это на новом это канале или на старом было, я, честно говоря, не помню. Но вот в руках у меня сейчас такой сок, и я расскажу вам о нем. Ребята, это нечто. Я, не знаю, могу поставить ему только 5 с плюсом. И это причем самый минимум, что я могу поставить этому соку. Я бы ему поставила 6, 7, 8, 10, все что угодно. Это реально самый вкусный сок, который можно у нас в России найти. Ну, по крайней мере, который нашла я. Вот сейчас, в данный момент времени. А сегодня у нас какое число? Сегодня 23 февраля. Да, 23 февраля 2020 года. Короче, всех мальчиков я поздравляю. Всех мальчиков, которые есть у меня на канале. Всех мальчиков, мужчин, ребят. Короче, с вашим таким вот праздником. Счастья, любви, здоровья вам. Вот. И пейте вот такой вот сок. Он прекрасный, просто прекрасный. Короче, смотрите. Это фрукты целиком. Это мультифрукт, 100% сок. J7 без добавления сахара. Вы только поглядите. Спрашиваю у мужа, сколько такой сок стоит. И он мне назвал цифру порядка 83 или 86 рублей. Ребята, да за эти деньги, блин, не найти вообще, ну, около нормального качества. А тут за такое просто нереально вкусное что-то, нечто по составу, который не уступает ничему. Да это просто надо брать. Короче, знаете, как закупаться этим соком. Вот, жалко его особо там не похоронить никак, наверное. Хотя вроде у них у всех стоит большой срок хранения. Ну, смотря на какие соки, наверное, не знаю. Вот, ну, короче, это просто, ну, не знаю, кладезь витаминов. Вот. Я, короче, советую. Ну, также расскажу как бы по ощущениям своим, да. Я обожаю соки такого типа, которые, знаете, как их назвать-то, такие вот тягучие. То есть раньше я такие соки не любила, честно вам признаюсь. Как вот тут написано, да, клетчатка и все такое, целых фруктов в каждом стакане. Я не любила раньше соки, но это было давным-давно, которые содержат в себе такую, знаете, как пюрешечку. Вот. Я такая думаю, ну что за фигня? Я же хочу сок попить. Вот. А сейчас, ну это уже давно у меня, я обожаю просто, когда вот такая вот пюрешечка, когда сок это, ну не сок, а типа смузи, хотя, ну хотя, наверное, так и есть. Вот. Вы знаете почему? Ну потому что это, блин, полезно. Полезно, то есть это и фрукт сам, и сок этого фрукта. И, короче, это вкусно. Ну, я не знаю. Вот кто не любит, конечно, текстуры такие, может быть, им не будет это прям так нравиться, как мне это нравится. Но если вы, ребята и девчата, любите такое, то я советую полностью этот продукт. Если приглядеться, я не знаю, вроде уже показывала там. Нет, вот это почему-то у меня, по-моему, не показывался сейчас. Вот эта вот сторона этой коробочки. Но тут все указано, что где. И вот здесь вот я прочитала, посмотрите состав. Я же пила, я не видела, короче, состав. Посмотрела только сегодня, перед тем, как снять это видео. И посмотрите, яблочный сок, пюре из манго, виноградный сок, грушевое пюре, яблочное пюре, банановое пюре, яблочная мякоть. Изготовлен из концентрированных соков и пюре. Изготовлен с использованием мякоти пюре. Мякоти яблок. Вот. Я не знаю, такое чувство, что я даже когда попила этот сок, стала немножко здоровее. Потому что я вот сейчас болею. Вот. Поставьте лайк, пожалуйста, если вы хотите скорейшего выздоровления вашего блогера. Вот. Мне будет очень приятно. Вот, правда. А, кстати, насчет лекарств, которыми я лечусь сейчас. Моя, так скажем, аптечка, тоже будет видео. Даже, наверное, в 4 частях. Я специально для вас все это сняла. Вот. А те, кто сейчас лечится, как и я,
Крепитесь, ребята, крепитесь. Мы обязательно выздоровеем. Вот. А я хочу всем пожелать здоровья, счастья. Еще раз поздравляю мальчиков всех, ребят, мужчин с вашим вот таким вот праздником 23 февраля. Спасибо большое, что были со мной. Обязательно заходите на канал почаще. У меня выходит очень много роликов по различной тематике, начиная от всяких распаковочек, всяких упаковочек до всяких обзоров и распаковочек призов. Вот. И всяких магазинов, ресторанов и все такое. Вот. Если вы из Твери, вам будет, я не знаю, в 3 раза даже интереснее. Поэтому, тверичане, добавляйтесь, и добавляйтесь все, неважно, из Твери вы или нет. Вот, мне будет очень приятно. Всем спасибо большое за просмотр, всем пока-пока.